Всем привет, дорогие друзья! С вами канал «Китай стал ближе» и я Владимир. Сегодня у нас вот такая вот интересная посылочка. В посылочке что-то тверденькое. Я точно не знаю, что, но догадываюсь. По-моему, это фотоальбом, который заказывала супруга. Хотим сделать альбом для ребенка, фотографии ребенка. Все-таки в электронном виде это одно, а все-таки фотоальбом это другое. Ну давайте распакуем с вами и узнаем, что, как и почему, значит. Посылочка дошла, не быстро, не долго, где-то 3 недели. Оценена в $9.19, запакована просто... конверт, что может быть помяты уголки, но не знаю, посмотрим. Посылочка нигде не подклеена, нигде ничего не рваное, так что давайте распаковываем. Так, в пакете ничего нету, я его разорвал. В пакете ничего нету, а здесь у нас вот что нас встречает. Здесь колечки, вот так вот упаковано. Давайте с вами раскроем и посмотрим, что же у нас внутри. Пакетиком заклеено, на пакетике штрих-кодик и какие-то циферки, Made in China. Ну ничего, никакой важной информации нету. Значит, пакетик в сторону. Здесь встречают нас три колечка. Три колечка. Сейчас мы с ними разберемся, как это, что это. А, вот они. Такие вот колечки, застежечки, три штучки вот таких колечка, прикольненько. Теперь смотрим дальше. Это сами листы для фотоальбома, а вот это это, я так понял, обложечка. Да, вот такая вот картонная незамысловатая обложечка, с виду довольно-таки прилично выглядит. Сзади имеет вот такой вот фончик. Смотрите, как прикольно сделано, чтобы уголки не мялись. Здесь сделано такая железненькие уголочки сделаны, чтобы не замять углы сами. Но все равно где-то я видел что-то тут косячок. Да, вот. Вот здесь вот краешек, видать, когда запрессовывали. Чуть-чуть помяли край. Но это не критично, не страшно. Давайте с вами разберемся дальше с листочками. Что это за листочки? Вот такой вот черный картон. На ощупь приятный, черного цвета. Фотографии, я думаю, на нем будут смотреться довольно-таки симпатично. Сколько здесь листов? Сейчас посчитаем. Тридцать листов здесь в пачке. Давайте попробуем собрать все это дело. Совсем скоро, наверное, в следующем видео распакую фотопринтер, который я обменял у своего знакомого на сайт. Был у меня один сайтик автомобильный, обменял я его на фотопринтер. Вообще интересный обмен. Но захотел человек, я не могу ничего с этим поспорить, поскольку сайт есть, и заниматься им некогда. Так он пропадет, а здесь будут им пользоваться. Так что в следующем видео распакуем классный эпсоновский принтер для фотопечати. А сейчас собрали мы альбомчик. Вот так вот это выглядит на колечках. Ну, одно скажу, вот лично мое мнение, пользоваться им надо будет аккуратно, поскольку на кольцах нет металлической оправы, и все это может довольно-таки легко просто взять и оторваться. Но, с другой стороны, выглядит очень-очень симпатично. Обязательно спрошу у жены ссылочку, будут фотографии, буду делать фотографии сразу
вклею в альбом. Еще плюс к этому альбому, супруга заказала уголки для фотографий. Тоже все это придет, вам обязательно покажу. Кому-то, если понравилось, во-первых, ставьте лайки, во-вторых, переходите под описание, там будет ссылочка на такие альбомы. Я всегда оставляю ссылки, те, где дешевле, где заказывал сам. То есть можете переходить, покупать, естественно, те магазины, которые присылают товар, только тех магазинов оставляю ссылки. Так что вот так вот, была такая вот сегодня распаковка. Кому понравилось, еще раз повторюсь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик оповещения. А на сегодня все, с вами был Владимир, канал «Китай стал ближе». До новых встреч, друзья, всем пока!